Привет, у нас сегодня анпакинг. Лена привезла из Москвы три такие штуки. Это две и вот это третья, это еще консервы. Из индейки для собак. Да, 300 грамм точно. До 25. Ну, короче, как обычная консерва хранится. Это, наверное, пресерва называется. Жаль, вам не видно. Они сидят такие. Ты самый ушлый, да? Решила со спины зайти. Я попробую сама и дам попробовать собаку. О! Ну это пахнет как тушенка. В общем, это, знаете, как типа пауч гигантского размера выглядит. Возможно, он был более однородный, но он такого типа фарша. Бля, кость попал. Ну, на вкус я не скажу, что прям хорошо. Она довольно горькая. Такая прям горьковатая. И очень много перемолотых костей. Там прям вот любой, вот я два или три кусочка взяла, да, и в каждом прям кости перемолотые. Это не плохо, но это будет сильно понижать пищевую ценность, и оно очень постное. Прям постное. Собаки сожрут, я не сомневаюсь. Кушать полено. Ну, сурак, кстати, так себе ест. Прям... Хотя не разогналась. У меня просто очень высокий стандарт. Я же пропсы вот эти консервы, которые я хвалила. Они... Там костей вообще в помине не было. А здесь прям перемолотая кажется такая костяная. Сейчас откроем вторую. Я апачу давать не буду, она с курицей. Это у нас написано рыбный корм. Не корм с рыбой, а рыбный. Треска, курица, кабачок, печень, кожа утиная, отруби, лососевое масло, кальсос. Апачис. О! Там, короче, один кусок в бульоне. Это типа как бы. Оно с чешуей. Ой, это вкусно. Да, это вкусно, я бы не побрезгала себе в кашу закинуть. В голодные годы. Только я не могу понять, это песок или чешуя. Так, ну костей тут, естественно, тоже дохренища. А, и знаете что? Там стопудово дохерища еще рыбных кишок. Потому что есть вот этот такой характерный. Сейчас снапы я тебя разломаю тоже. О, начался привкус прогорклой рыбы. Ну, типа, ладно, я беру свои слова обратно на тему того, что я бы сама себе, короче, это дала съесть в каше. Собачий перекус нормально. Может, может быть. Сура, ну в смысле? Так, типа не с таким удовольствием, как она ела предыдущую. И Сура рыбу любит, ну так, тоже. Не то чтобы вас... Все? Все, Суре невкусно. Дороже, чем за 5 рублей, я бы не брала. Ой, у меня стянулись губы от рыбной консервы. Ну, все, короче, они не хотят рыбную консерву. Им тоже не понравилось. Дороже, чем за 6 рублей, я бы не брала. Потому что в Беларуси можно за 6 рублей купить лучше консерву. Я не знаю, уж не жила в России. Но в России, типа, в поездке. Да, ну вот в поездке ты едешь... Или плюешь, и тебе нужно с собой и у меня... И вот сколько, чтобы ты взяла, чтобы было удобно. А почти нельзя. Это и за сколько? Нет, я не взяла бы в поездку такое. Я бы взяла в поездку людские консервы и мешала бы их с кашей, потому что это очень низкокалорийно. Ну, типа, мне не нравится. Вот, я, наверное, хочу сказать это, что мне не нравится, и даже если она стоит там, типа... Рублей 300, ну... 300 стоит. 300 стоит? Я чувствую, как у меня вот после этой рыбной консервы, понимаешь, у меня начинают стягиваться губы. 300 стоит индейка. Ой, 320 стоит индейка. 320 индейка. И 280 рыбы. И 280 рыбы. Ну, если есть выбор между индейкой и рыбой, то, конечно, это будет индейка. Все-таки она не такая мерзкая была. Так, и теперь я открываю рубечек. Сура! Боже, как еще открыть?
Собаки! О, ага, он белый. Это даже... О, какой запах! Я чувствую запах. Что-то проблемы какие-то? Собаки опять скопились, короче, на запах сбежались. Так, ну там крошка. Нормально, отлично. Ну, это на вкус как рубец. Если вы когда-нибудь съели рубец, это на вкус как рубец. Никаких костей. Никакого жира. Посолить можно, суп делать. Я люблю рубец. Короче, собакам... Борьба. Я не чувствую какого-то постороннего привкуса. И желешка, ну, в рубце будет по-любому нормальная. Подождите. Субпродукты говяжьего рубежа, желирующий агент, карагин, соль, вода. Офигенно. На вкус соль не чувствуется. Если нет возможности брать свежий рубец или собака там на частично вареном рационе, вот это ок вариант. В общем, оно, конечно, такое все удушенное. Так, что-то там попалось. Что такое? Какой-то рыбий глаз. А, не фокусируй, не понимаю. Он просто темный, и поэтому выглядит стрёмно. Идите сюда, собаки. Давай, иди сюда, ну. Very distinguished lady. Давай. Сейчас мы тебя научим с вилки есть, как нормальную собаку. Давай, ты сможешь. Апач. Снапа. Давай, very distinguished gentleman. Снап! Подожди. Бери из миски. Возьми. В общем, ее главный недостаток — это консервы, что она маленькая. Что она стоила? Рублей 150? 160. Охеренно. Охеренно. Для это вот супер. 240. Рыбная осталась. Апач нет. Апач нет. Снапа будешь? Возьми. Возьми, можно. Бери. Видишь, никто не хочет прогорклую рыбу жрать.